на уровне Олимпийских игр. Но это не только мое мнение, это мнение всех людей, которые приехали сюда из разных сторон. И когда слышались какие-то разговоры, что кому-то что-то не нравилось, люди, которые побывали на Олимпийских играх, на универсиадах, они просто в один голос говорили: никого не слушайте, это уровень Олимпиады. Волонтеров, ну, вообще супер. Честно сказать, я в какой-то момент даже вначале переживал, что не будет такого, как бы, ну, желания большого. А я только ходил и заряжался энергией положительной от них всю универсиаду. Когда не хватало после работы. Домашние стены помогали нам здесь выиграть эту универсиаду. И будет тяжело не только нам повторить, наверное, успех, это кому-то вообще нереально будет.